moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Keep your head up, moving on. Hold your head up, moving on. Who am I to disagree? Привет-привет! Сегодня у нас замечательный вечер. Мы в Клубе ТВ приветствуем вас. Сегодня 4 года проекта Sugar Mamas. Мы их от души поздравляем. Ну и пойдем посмотрим, кто же пришел поздравить их еще. Давайте же что-то пожелаем им, так как сегодня у нас замечательный праздник. Я хочу пожелать им счастья, любви и продолжения нашего дальнейшего сотрудничества. Сегодня будет шоу красоты, таланта, блистательных девушек. И, конечно, им хочется пожелать здоровья. Девчонки, так держать, творческих успехов, реализации личных побед. А им я желаю задать сегодня тут как бы драйву, дать нам энергии, как они умеют. Девчонок обожаю и абсолютно уверена, что сейчас получу огромнейшее удовольствие от всего происходящего здесь. Где мы находимся, да? Мы находимся в клубе. В клубе под названием, не запомнила. Я играла в КВН только ради замужа. Ну и теперь, собственно, вон он там сидит. Да, Вику и Анжелику я знаю очень давно, лет 7, наверное. Желаем творческих успехов огромных и счастья в личной жизни. Просто пускай делают свою качественную, хорошую музыку, прекрасную. Прекрасный вокал, прекрасная музыка, что еще может быть лучше? Вот, я девчонок поздравляю с их юбилеем, они реально очень крутые, это просто, извиняюсь. Самородки. Я их очень люблю и дай бог им творческих успехов дальше и только идти вверх. Очень много людей, которые просто проходят мимо твоей жизни за быстротой течения хода событий. А девчонки настолько своей музыкой, настолько своей душевной теплотой этот момент останавливают и делают его прекрасным, потому что у них великолепнейшие голоса, они настолько харизматичны, в общем, я их фанат. А, поздравляю, Sugar Mamas. Поздравьте друг друга. Да, девчонки, я поздравляю вас с вашим замечательным днем рождения. Я вас очень люблю, спасибо, что вы такие, какие есть, трудяги, красивые, безусловно, талантливые. И дай бог, чтобы у вас все сложилось и вы сделали все, что задумывалось. Удачи, Sugar Mamas, девчонки, я вас люблю, вы действительно обалденные. Поздравляю вас. Я желаю девчонкам женского счастья, это самое главное. Когда есть женское счастье, то есть желание творить, есть желание любить эту жизнь и заниматься тем, чем ты хочешь заниматься в этом мире. Поэтому самое главное, женского счастья желаю девочке, чтобы были здоровы и счастливы по-женски. Это две аппетитные королевы джаза, электрофанка, диско и техно. Без них скучно на сцене, без них неинтересно смотреть на сцену. Мы поздравляем наших больших друзей с 4 годами просто успешного проекта. Они большие молодцы, мы их очень любим. Дорогие друзья, наши любимые, самые красивые, самые классные, талантливые. Да. Мы очень рады, что сегодня все пришли, что все, мы наконец когда-нибудь дойдем до тех людей, которые там, которых мы еще не видели. Потому что мы пока только вот здесь принимаем подарки и поздравления. И мы надеемся, в следующем году наших друзей будет еще больше. Потому что Sugar Mamas такие любвеобильные. Да. О, да, детка. Спасибо вам, что вы с нами сегодня в этот торжественный момент, когда мы представляем свою первую, собственно говоря, работу. Творение свое. Творение. Да, мы нервничаем, переживаем. И как круто, что вы нас поддерживаете. Спасибо. Дай бог вам здоровья. Мы любим Sugar Mamas, мы любим людей, мы любим в клубе ТВ. We are so young and let's use it.